Вот, всем привет! Привет! Меня зовут Ксюша, это Денис. А мы вам сейчас, да, покажем ролик, как Денису на Денисе делают массаж. Массаж при валюсе. То, что бывает очень многих деток. Да? Вот, и мы вам покажем, как это делать в домашних условиях. Причем рассказывать будет врач Татьяна Николаевна, которая специализируется на детском массаже. А видео вы сможете посмотреть, оно разбито на 4 кусочка, чтобы вам было удобнее. Это попа, ножки, в общем, сидя, стопы и все, то есть все по кусочкам. А специально внизу будет полная расшифровка, если вдруг где-то будет что-то не слышно. Вот, а если у вас есть вопросы, подписывайтесь или сразу пишите врачу напрямую, тоже положу ссылочку вниз. Все, всем удачи, хорошего массажа, да, пока-пока, пока-пока. Эту ножку, поглаживание, стопы. Наружный, внутренний, как бы и сверху, и снизу. Растирание области голеностопа. О, тепло. Хорошо растираем интенсивно внутреннюю еще раз лодыжку. Под лодыжкой над пяточкой. Наружную лодыжку мягенько, тихонечко погладили. И идем на тыл стопы. Растирание. Можно такое? Сегодня любимая игрушка, кисточка. Нет, моя. Твоя. Растираем. А я? То есть такие мягкие движения. А я? Моя, да, я. Пальчики. Поглаживаем пальчиками. Спиралька такая. Разминание глубже. Поглаживаем. Спиралька. Поглаживание. Покрась. Нет. Толчок. Один пальчик вверх, другой вниз. Да. Беремся за косточки, которые идут на стопе пальчиком. И работаем с этой плюсной. Я мою. Кая, я мою. Да? Все почистишь, все будут чистенькие. Мишку или бабушку? И вот так. Растираем поперечный свод стопы. Да, бабушка водичка, ты моешь свою книжечку, да? Давай я подержу. Погладим, растираем все. Стопочку. Растираем косточками пальцев своих. Стопочку. Тихонечко. Гладили разминание внутреннего сосуда. Еще, Амил. Медленно показываю. Либо за щипом. Будете делать вот щипком, 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 щипком. Да. Проходим и глубоко, как бы с обеих сторон выжимаем, сжимаем. Хорошо. Раз до 10 можно туда-обратно, туда-обратно. Вот это вот движение. Вот это еще поищите. Еще делаем так. Дальше срединную часть. Растирание хорошее от пятки до пальчиков. Вминание. Прижимая внутрь. Спиралька. Спиралевидное движение. Похлопывание. Пощипывание. Погладили. Наружную сторону мягко, тихонечко, спокойно, поглаживающие такие, растягивающие.